В регионе растет задолженность по зарплате. Только за месяц она увеличилась на 20%. Такие данные приводит Ярославльстат. На начало февраля долг составил 32,5 миллиона рублей и вырос почти на 6 миллионов. Примечательно, что бюджетники получают зарплату вовремя. А вот среди должников руководство частных компаний. В среднем регионе полагающуюся заработную плату задерживают на 1,5 месяца. Абсолютное большинство долга складывается из-за прошлогодних невыплат.